Сила воли, радость жизни – пример для всех окружающих. 18 самарцев стали обладателями премии главы города «Мир равных возможностей». Ее вручают людям с особенностями здоровья. Алексей Лущаев – один из победителей в номинации «Физкультура и спорт». 7 лет назад пришел в футбольную команду «Крылья мечты» как игрок, а теперь сам тренирует детей. Это совершенно разные дети, не только с УВЗ, но есть и синдром Дауна, и есть и глухонемые у нас, и есть даже один ребенок с проблемами со зрением. У них глаза горят, им нравится заниматься, но все равно есть, конечно, некие трудности, но мы индивидуально с ними решаем эти вопросы, и все с большим удовольствием занимаются. Владимира Попова отметили за вклад в образование и науку. Он не только читает студентам лекции по военно-полевой хирургии и клинической медицине, ведет практические занятия, но и пишет картины. За 2 года создал 38 работ. Ольга Любимова – победитель в номинации «Литература и искусство». Работает директором Самарской публичной библиотеки. Прививает детям любовь к чтению. Организует книжные выставки. Отмечает, что этот конкурс особый. Это одновременно и поддержка, и признание спортивных успехов, достижений, талантов, просто деятельности на своем рабочем месте. Большое спасибо. Всех с наступающим Новым годом. Пусть он будет спокойнее, полегче, чем уходящий год. Здоровья и, пожалуйста, верьте в себя. Премии вручили в 6 номинациях. Наряду с достижениями в науке, спорте и литературе отметили лучших общественников, рукодельниц, предпринимателей, наставников, производителей. Эта премия у нас вручается с 2011 года. Этот год юбилейный, 10 лет уже вручается. Стараемся это сделать под Новый год, чтобы людям поднять настроение, сказать слова благодарности за их работу, за то, чем они занимаются, как они вдохновляют своим примером людей окружающих, как они находят соратников, как они реализуют свои идеи. Радует то, что люди не опустили руки. Для них нет невозможного и идут к своей цели и достигают ее. За 10 лет на участие в конкурсе поступило несколько сотен заявок. Премия – это не только подтверждение заслуг и достижений. Это стимул для всех людей с ограниченными возможностями здоровья, но неограниченным творческим, научным, спортивным потенциалом, волей к победе и стремлением сделать жизнь окружающих проще, а мир добрее. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.